Итак, ребят, всем привет! Сегодня хочу с вами немножко пройтись, прогуляться по микрорайону, ну, европейский, новый микрорайон в городе Липецк, показать вам, как выглядят домики, как здесь все устроено. Просто он современный, вот хочется передать вам эту атмосферу. Есть исторические микрорайончики, есть такие более старые. Этот микрорайон, он спальный, но он очень такой, как бы более-менее современный. Давайте посмотрим. Солнышко там у нас. Сейчас мы просто вот пройдемся вдоль микрорайона и все-все-все посмотрим, как же он у нас выглядит. Думаю, вам понравится. Так, хочется знать, как зайти. Может даже пройтись не около домов, может быть, знаете, как посередине, вот по дорожке, которая разделяет забором дорогу и сам микрорайон. Давайте вот сюда на центр я перейду, будет интереснее. А вы посмотрите, во, видите, иду посередине дороги, снимаю, круто, думаю, вам нравится. Такая у нас прогулочка. И вот смотрите, вот здание. Вот почему-то люблю вот этот вот я цвет, получается, он бело-коричневый, темный, такого коричневого кирпича. Очень классный. И там вот такие желто-красные. Это уже не настолько интересные, конечно. Здесь самый-самый лучший вид. Но я, наверное, меня все будет смотреть. Сейчас я себя покажу. Представляете, иду один посередине улицы. Может быть, кто-то из жилых домов сейчас, конечно, меня смотрит, да. Но я решил вот так прогуляться. Тем более, кто-то на машинах проезжает, на меня смотрит. Думаю, будет классно. Давай сейчас переведу. Общий вид все равно. Солнышко выглядывает. Ветер дует. Не знаю, как там с микрофона будет на камере. Надеюсь, будет слышно. Повесил себе петличку, микрофон. И такая маленькая у нас с вами прогулочка. То есть, смотрите, вот с левой стороны, если мы посмотрим, вот здесь вот, это микрорайончики уже такие, они, ну, чуть-чуть постарели. Липецк растет вот в эту правую сторону. В районе Сырска. Вот он растет в эту самую сторону. Солнышко выглянуло красивое. Там вот еще новый микрорайон, 29-й как раз впереди. А вот с правой стороны как раз европейский. Сейчас мы вот здесь пройдемся. Вот там дальше стройка еще, вот кран башен стоит. Вот самолеты, видите, полетают над нами. Вот эти химтрассы над городом, если посмотреть. Вон они все в этих химтрассах. Так, я сейчас развернусь, но это с этой стороны, сейчас перебегу дорогу, не хочу больше там идти, хочу пройти вот здесь поближе немножко. Когда, смотрите, мы с вами гуляли вон там, вот по тому микрорайону, там как раз 29, я смотрел камерой с той стороны сюда, то есть вам будет понятно, я даже видео, давайте ссылочку в конце оставлю ролика на тот микрорайончик и... под видео, может быть, ссылку оставлю. И в конце самого видео. Так, улица Шерстобитова. Вон, видите, остановка написана Шерстобитова. Ну, а вот давайте в эту сторону пройдемся, посмотрим, как выглядит, откуда я пришел. Здесь, ну, тоже вот так вот все попроще. Ну, для интереса прогуляюсь, покажу. Вот моя тень. Вот, видите, я иду. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Так, машины разгонялись. Мне надо перейти. Перейдем дорожку, вот так. И пойдем вдоль. Вот эти все-таки хорошие дома. Вот не знаю, почему цвет очень для меня приятный. Белый с коричневым. Прям сочетание очень классное. Вот они вот такие домики. Улица такая широкая. Вот посередине сделали. Очень постарались архитекторы, кто благоустройством города занимается. Именно вот разбили вот эти потоки. Мы с вами шли сейчас посередине дороги. И видно вот, что металлический бордюр ограждает эти потоки автомобильные, чтобы столкновений никаких не было, то есть друг в друга. Все машины едут только в попутном направлении. А там вот сзади поля, 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 там Липецк еще расстраивается. Там где-то труба, вон видна в самом далеке. Еще вон там, в самом-самом далеке, Елецкий микрорайон. Шикарное, шикарное местечко. Прям давно я хотел вам этот район показать, потому что я много раз здесь прокатываюсь. На машине проезжая, вот прогуляться не было
что ли, возможность, может, была, все время куда-нибудь торопишься, едешь, и как-то так вот получается. Сейчас же мне удалось вам вот и снять этот вот момент. Вот такая улица Шерстобитова показала. Вы будете знать. Там вот еще, смотрите, стройка вон идет. Видите, вон куча. Вот там домики еще строятся. Ну и все. И вот здесь маленькие магазинчики. Такая небольшая прогулочка у нас с вами получилась. Я думаю, очень познавательно, потому что прям мне хотелось вам это все показать, чтобы видели, как здесь в Липецке хорошо. Есть прям классные места. Такие они не суперсовременные, не небоскребы, конечно, но достаточно приличные, интересные. Вот автобусная остановочка, вот она, разделительная полоса. Так, ну и вот я опять с вами. Все, моя миссия выполнена. Вот такой объезд, обход города тоже я вам показываю. Достаточно нужной информации. Пока что все, путешествие продолжается. Всем удачи, пока и поехали. Бум!